Из Самона Алтанбулак Хубсгульского аймака 28 человек. Из Самона Баянзурх 51. Из поселка Хатхал 24. Из Самона Алакрдене 13. В общей сложности 116 человек прислали свои заявки проекты развития торговли и сферы услуг. Вице-премьер и сопровождающего лица уже на месте воочию смотрели, как же реализовались столь нужные производства. Цеха по выпуску строительных материалов, швейное производство. Кто и как изготавливает изделия из шерсти, а также хлебобулочную и молочную продукцию. Высокие гости зашли к фермерам. Понравилось все. Появилась идея привлекать в будущем для таких проектов не только государственные кредиты, но и средства коммерческих банков. Для малого и среднего предпринимательства есть два направления по выдаче кредитов. Сегодня в Монголии самый долгосрочный кредит можно получить на 40 лет. На кредиты такого типа в основном претендуют транспортные перевозчики. Их нужно выдавать со ставкой 3-4% годовых. Конечно, с такими предприятиями нужно работать. В связи с поддержкой малого и среднего бизнеса канцелярия аймачного управления организует ежегодную выставку «Сделано в Хубсгуле». Сейчас на выставке 330 наименований товаров и сельхозпродукции от 70 хозяйств. Руководители аймака отметили, что самоны выставляются активно. Им всегда есть что показать и есть чем похвастаться. Можно сделать вывод, что люди довольны результатами своей работы, а для развития они готовы принять помощь, желательно в виде долгосрочных кредитов с невысокими процентными ставками. Такие выгодные кредиты действительно актуальны. К примеру, производство «Новый вкус» обеспечивает центр аймака хлебом и молоком. Финансовую помощь в размере 25 миллионов тугров получила из фонда поддержки малого бизнеса. На эти деньги расширили цеха и создали дополнительно 40 рабочих мест. Сегодня, кроме традиционных видов продукции, хлебобулочных и простых кондитерских изделий, «Новый вкус» производит пиццу, торты и кормит не только жителей Мурона, но и близлежащие Самоны. Наша компания работает с 1997 года, и мы стараемся выпускать качественную свежую продукцию, всего 70 видов. Их мы выставляем на продажу в 5 филиалах. Также мы обеспечиваем жителей Архангай, Булгана и Завхан. Очень хорошее направление. Мне нравится их новое помещение для работы. Эта компания обеспечила рабочими местами 50 семей. Все их работники социально защищены. Мы благодарны жителям Мурун Аймака Хузгул за то, что они выпускают качественную продукцию. Мы не можем решить сразу все волнующие их вопросы. Ежегодный взнос за кредит в 1,3% для них является высоким. Они предлагают снизить его еще на 1%, но я думаю, что тогда это нельзя назвать кредитом, так что это просто невозможно. В рамках программы поддержки малого и среднего производства правительство Монголии приняло решение выпустить бонд, акции, на сумму 150 миллиардов тугриков и разрешить выдачу кредитов на 4 года с низкой процентной ставкой. Дансма Адгонбат, Ирина Грабун, Аист, Монголия.